Получилась вот такая красота. Сладкая красота. Такие вот трубочки. Очень вкусные. Желающие научиться делать такие трубочки, оставайтесь со мной. Для детей наделаем сладких трубочек. И вы уже видели, как я это делаю. Нарезаем у нас тесто слоеное. И наши формочки закладываем вот тестом по спиральке. По спиральке одеваем наше тесто на трубочки. И детям сделаем начинку сладенькую, вкусненькую, и они это будут наслаждаться. Получается очень-очень красивые. Продолжаем дальше. Чтобы край ровненький был, повернем, посмотрим. Закрепляйте, чтобы все было хорошо, не расползалось. Наматываем. Смажем яйцом и будем выпекать. Напекла я вот столько трубочек. И их будем готовить сладкими. У меня есть шоколадная паста. Значит, сейчас я буду ее накладывать в шприц и набивать трубочки. И они будут не только у нас с шоколадной пастой. Будем делать для них другой крем. Есть сгущенка вареная, есть невареная, яичный белок. Так что, друзья мои, сейчас будем готовить для деток сладенькое блюдо. Очень получается интересно своими руками сделать трубочки вкусные деткам. Берем трубочку, наш шприц и вставляем дальше. Сильно много не будем. Вот такая будет у нас трубочка к чаю. Шикарно. Прелесть. Красота. Трубочек у меня много сделано. Так что будем готовить сейчас пока шоколадную пасту. Эту работу можно организовать с детьми, сделать. Дети любят этим делом заниматься. И они вам помогут. Очень красиво получается. Здорово. Так, еще одну, наверное, сделаю. Потом с другим кремом будем делать. Готовим следующую начинку. Выливаем баночку сгущенки. Сгущенку немного взбила. И нужно комнатной температуры масло сливочное, упаковочку. Ну, здесь 180 грамм. Я, конечно, заранее не достала. Она у меня вот такая получилась. И я на разморозке делала, но охладила. И попытаюсь сейчас это все сбить. Я думаю, что это должно сбиться. 180 грамм упаковка. И баночка
сгущенного молока. Будем взбивать. У меня заранее был замочен желатин. 1 столовая ложка желатина и 5 столовых ложек кипяченой охлажденной воды. Выливаем постепенно в наш крем и взбиваем. Теперь оставим, чтобы крем у нас остыл. И будем набивать трубочки, наполнять. Получился вот такой крем. Густой, он еще загустеет. Сейчас будем набивать его в трубочки. Накладываем в нашу чашу наш шприц. Получился неприторно сладкий крем. Очень хороший и не очень жирный. Но будет вкусно. Набиваем сейчас наши трубочки. Берем трубочки и набиваем. Получаются такие шикарные трубочки. Я их стоя поставлю, пока не загустеют, пока крем схватится. Опять моя Туся мякает. Опять Тусе что-то надо, а? Ох, это Туся. Пришла мне помогать? Ну, сиди смирненько. Готовим. Продолжаем набивать трубочки. Желательно их вот ставить, чтобы они постояли, немножко не падали. Прекрасные трубочки получаются. Можно вот эти, чтобы были красивые, можно окунуть, вот натереть шоколад, конечно, и сюда окунуть. Будет с шоколадом. Так красиво сделать. Можно орешки надробить и сделать с орешками. В общем, много вариантов. Можно растопить шоколад. И сюда его. Получается очень красиво. Вот такая вкуснятина сегодня у нас. Сладкая. Это красота такая. Получается. Сейчас все у нас остынет. И готово. Получилась вот такая красота. Сладкая красота. Такие вот трубочки. Очень вкусные. Готовьте, друзья, заходите, смотрите мои какие-то вам идеи понравятся, может быть. Где-то я вам буду полезна, я буду очень рада. А сейчас до скорого, друзья. Рецепты продолжаются. Смотрите, у меня много рецептов салатов. Курица без кости, галантин. Есть чифан салат. В общем, заходите в плейлисты, смотрите, к Новому году что-нибудь для себя да выберите. До скорого!